За новыми знаниями, за верными друзьями и, конечно же, хорошими оценками. В этом году Ильинская 25-я школа в свои стены приняла 32 первоклассника. В масштабах района эта цифра небольшая, но для этого учебного заведения прирост значительный. В новом учебном году здесь будет обучаться 310 школьников. Педагогический состав с любовью называет школу семейной. Ведь здесь и число учащихся небольшое, и знания приходят получать целые династии учеников. Очень волнительно с утра, но вообще настроение прекрасное, хорошее. Наша школа нас поручила здесь 5 поколений. В общем, с радостью. Что вообще можете сказать об Ильинской 25-й школе? Ой, школа отличная. 5 поколений нас отучилось. Дедушка сюда пришел в 38-м году учиться. И сейчас отдаю свою дочку. То есть это уже 5-е поколение. Понятно. Отличная школа. Правнучку провожаю в первый класс. Эту школу я закончил перед самой войной. 7 классов. Вот. Ну, в этой школе учились все мои, как говорится, родственники. Старший брат учился, я учился, младший брат учился. Потом вот наша, моя уже это, дочка училась. Вот. Это ваша родная школа, да? Да. Вспоминаешь себя, вспоминаешь свой первый класс, потом дочь пошла в первый класс. Как будто это вот все стоит перед глазами, как здесь проходили линейки. Сейчас, конечно, немножко по-другому все, немножко изменилось, но все равно, вот вы знаете, даже слезы на глаза немножко нахлынули. Хотела пожелать ребятишкам добрый путь им, чтобы жизнь у них складывалась счастливо, чтобы они учились хорошо, слушали и уважали своих педагогов. В этом году для учеников и педагогического состава Ильинской 25-й школы 1 сентября стал особенным праздником, ведь причин для радости на этот раз было сразу две. Сегодня вы войдете, многие из вас, наверное, не видели, что мы сделали на втором этаже. Я хочу сказать несколько слов. На самом деле за полтора месяца подрядная организация, ну, я считаю, что совершила подвиг, работая в две смены для того, чтобы мы сегодня, вот 1 сентября, увидели вот этот замечательный ремонт. В год юбилея поселка, в год юбилея нашей школы мы получили подарок. Школа наша, несмотря на свой почтенный возраст, помолодела и похорошела. Огромное спасибо главе администрации нашего района Андрею Николаевичу Кулакову. Огромное спасибо Сергею Владимировичу Демину. Ну а Владимир Федорович заслуживает особых слов благодарности, потому что его добрая душа, его неспокойное сердце, его желание преобразить, создать условия, ну, дорогого стоит. Вот при такой поддержке, при таком отношении проблемы решаются очень и очень легко. Хочется трудиться, хочется работать на благо нашего района. В этом году ремонт коснулся всех школ, без исключения, в разной степени, где больше, где меньше. Вот, в том числе и 25-я. 25-я, ведь она старенькая сама по себе, 38-го года рождения. И, конечно, подизносилась, материальная база устарела. Хотя содержание, учебный процесс здесь всегда были на высоте. Вообще 25-я школа – это визитная карточка нашего поселка и вообще района, школа опаленной юности. Но вот наступила пора, когда она потребовала внимания. Отремонтирован полностью второй этаж. И я хочу сказать, что многие удивятся, увидеть, насколько грамотно, профессионально подошли к ремонту. Калиманов Иван, отличник учебы, победитель многочисленных олимпиад по физике и математике. Дважды побеждал на области в олимпиаде по законодательному праву. Ваня, претендент на получение медали. Ваня, стипендиат губернатора Московской области. Поэтому звонок сегодня дает именно он. Он этого заслуживает. При ремонте второго этажа большое внимание уделили подбору цветовой гаммы, которая бы радовала глаз школьников и не отвлекала от учебного процесса. А чтобы путешествие в мир знаний было легким и запоминающимся, в 25-й школе появилось современное оборудование и новая мебель. А на следующий год в своей задаче глава района и депутатский корпус ставят ремонт первого этажа и фасада здания. Тем самым школа опаленной юности получит заслуженное второе рождение. Андрей Пластунов и Марина Миткевич для программы «Городские вести».